перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. ЕКБ в ЕКБ. Я давно не делал прямых эфиров, потому что трезвость. А обычно я всегда их делал не трезвый. Каждый день встречают. Да ну нах. Йоу! Короче, это моя вообще первая трансляция за последние месяца два. Поэтому типа рад ответить на все вопросы. Потому что происходило много всякого за последнее время, что я нахожусь в ЕКБ. Да. И готов ответить на все вопросы касаемо городов в туре, касаемо ближайших релизов, клипов. Вот. Ну, короче, я после выхода Grunge 3 отмечал свой альбом в клубе Дом Печати. И меня выгнали оттуда. Меня, в принципе, часто очень выгоняют из клубов. Я налетел на троих чуваков на улице. И нехуйственно так пострадал. Ну, как-то выжил. Ну, короче, один против троих. Кура все равно живее всех живых. Вот. У меня было 4 перелома. Но живее всех живых. Куру не убить. Поэтому все хорошо. Вот. Осталось только немного, чтобы нос пришел в себя и рука. Я перестал пить, потому что приношу боль своим близким и родным, и я устал от этого. И то есть я не пью уже практически 3 недели, ну и в ближайшие годы. Но я точно не буду прикасаться к алкоголю. В принципе, я писал об этом в Твиттере, и это хорошо. В туре планируется сейчас Воронеж, Тольятти, Самара, Москва, Пермь, Уфа, еще что-то. Это просто серия концертов. А сам тур
тур трезвый, он будет с середины апреля по середину мая. Ну, анонс будет, не знаю, в течение недели, где-то полторы там. Никита Крюгер, в общем, делает последние штрихи, вот. Да, мне кажется, я там на улице, если честно, навыебывался на кого-то, как обычно. Вот. Не, Зига, если тебя брать в тур трезвый, это не пройдет. Спирите нет, давно не общался, но всегда рад его видеть. Да, то есть люди меняются, люди меняются. Люди меняются, и вообще всем своим слушателям советую либо вообще, либо минимально употреблять алкоголь, в том числе и наркотики, потому что это так или иначе приводит к пиздецу. Ну вот у меня привело, я сделал определенные выводы. Что касается релизов, то я сейчас пишу танцевальный релиз и параллельно рэп-альбом. Вот. Плюс готов один сингл. В принципе, я его отправил. Там, я думаю, в течение недели появится. Просто так в черный список я никого не кидаю, либо меня кто-то опять мат, ну извините, реально заебал, либо кто пишет какую-то хуйню. Что в Инстаграме, что в Твиттере, что в ВК. Танцевальный, да, то есть там Deep House, техно, минимал. Вообще этому проекту уже 3 года, как я переехал в Петербург. Я его пишу с Ксилекси, это чувак с Тольятти. И у меня уже были написаны 2 песни, то есть еще 3 года назад. Но я загудел с Ромкой, с Ромкой ЛСП. И потерял телефон с текстом, ну, то есть с текстами и еще с частью текстов на альбом Гранж. Вот. Поэтому я сейчас решил его восстановить. Да, танцевальный типа водоема. Кстати, на водоем снят клип, он сейчас находится в монтаже. Нет, Екатеринбурга не будет. Екатеринбург будет только осенью, зимой. Ну, то есть родной город я буду теперь делать там раз в год. Может, на какой-нибудь фест приеду или на какую-нибудь тусу. Да, я общаюсь с людьми с заката. У меня есть 2 любимых битмейкера. Это, я бы сказал, музыканта Хейзи и Black Tape, естественно. Диман. О. Да, я самый трезвый в новой школе. Да, самый трезвый в новой школе. Да, Краснодар должен быть. Йо, кура, кура! Нет, этих маленьких солдатиков-убийц я вообще никогда не хотел бросить курить. Я вообще считаю это лицемерие курить и хотеть бросить курить, но курить. Да, это первый трезвый эфир. Ну, вообще, первый, ну да, сложно, но, ну, типа, с каждым днем все легче без алкоголя. Нет, Украина пока не планируется. Да меня туда даже ни разу не звали, по-моему. Ну, я имею в виду про организаторов. Вот, с удовольствием приеду, как позовут. Я
еще не думал по поводу фитов на рэп-альбом, поэтому... Клип с Облой вышел таким, потому что мы очень долго его монтировали, и он был в туре, и сначала не получилось, чтобы мы его в Питере сняли, у него был концерт, потом опять клип перенес из-за монтажа, ну и учитывая его текст и то, как бы мы справились с ситуацией, ну, я считаю, это нормально. И кто там говорит, что это бюджетный клип, да нихуя, там как бы, ну, такой... Ну, в плане-то моего бюджета я как бы нормальную сумму потратил на него. А там вообще изначально версия была, то есть только моя часть и моя часть на трек Jump, то есть сплит-клип. Но я подумал, нафиг это надо, лучше использовать одну нормальную полноценную песню. Я очень уважаю Ваньку... Да я вообще всех, с кем мы там года полтора назад тусили, то есть Фейс, Закат, я радуюсь за их успех, за там сейчас подъем Лизера, за подъем Флэша, это все очень круто. А ну в общем так, и дела у меня хорошо, и трезвость это forever. А, да, за Трилпила, конечно же, все, у него все это. Я тоже за него радуюсь. Он молодец, много работает, это очень круто. Мне очень понравилась песня с последнего альбома Яникса с Флэшем. И вообще клево, что он... Ну, он так делает одно и то же довольно давно, но круто, что у него, ну, то есть появляется лирика, по-моему, это здорово. А на тощий, ну, я планирую, то есть пока я в Екатеринбурге нахожусь, еще доснять один клип. Да, Арсен, наверное, пошутил про Тимура. Это чисто угары. Наверное. Ну, я не знаю, честно. Ну да, Москву-то надо сделать. А я чуть не набил уже татуху на лице, когда там в предпоследний раз напился просто до несостояния. Но мы так напились... С Данькой, который мне бьет татухи в ЕКБ, что этого не сделали, и слава богу. Не, сходка в ЕКБ не будет. Я уже сделал одну, и меня охрана вывела из Гринвича за плохое поведение, как обычно. Мне кажется, когда будет концерт Флэша в ЕКБ, меня не будет уже в ЕКБ. Дес, мама... Да я половину городов с прошедшего тура не помню вообще. Потому что я там был вообще просто всегда никакущий. Запомнился? Улан-Удэ запомнился. Ну, то есть мне понравилось то, что город находится внутри города. Очень круто. У меня есть несколько своих любимых песен. Если меня подпишут на Black Star, то это значит с этим миром что-то не то. 19 мая? Не, ну точно меня не будет, якобы. Чебоксары, возможно, да. А, короче, да, есть люди, которые свет делают, как у меня татухи, ну, это пиздец. То есть, ну, как бы мы все понимаем, что она выглядит довольно хуёво, вот. Ну, как бы это моя фишка, она уже давно. Ну, как бы, ну, я в шоке, когда такое вижу. Я думаю, то, что так делать не надо.
Оу, дэм, бой. Да, в творчестве все так же работать. Вообще на трезвую немного по-другому писать. Вот. Ну, то есть я переучиваюсь. Ну, то есть я не то, что в мясо всегда писал, да и трезвый писал, но всегда обычно под шофе. Эйсэп, да. В Челябинск не знаю. Тула должна быть. Да, я сегодня пойду гулять. Мне нужно купить носки. Цветные. Я люблю цветные носки. Я типа не пить бросаю, я типа бросил пить. В Перми, да, нормально. Маленький концерт очень был. Но еще вот опять поеду там в марте какого-то. Магнолия, то есть, мне очень понравилось, когда, типа, то, что этот трек спизжен, там, с плейбой карте Магнолия, да я вообще даже этот трек, ну, то есть, блин, я слышал его там пару раз. Я там просто говорю слово Магнолия, ну, то есть, как цветок, девушка, как цветок, красиво, и все. Трезвый смех. Томск, да, возможно. Вот Самара еще сейчас в серии концертов. Не знаю, анонс в группе, я не помню дату. Я останавливаю один из передних зубов уже раз в шестой, наверное, за последние 3 года. Милена, привет. Просто ты идешь в больницу, тебе наращивают. Ой, к стоматологу тебе наращивают зуб очень быстро, за час все. Да, Красноярск тоже должен быть. О, учитывая то, что я жил в Питере 2 или там 1,5 года, я так и не был в Петергофе ни разу. Нет, вообще, я даже из райдера своего убрал алкоголь полностью. Хотя там было обычно там 2 бутылки ламбруска, 0,5 столичной. Ну, короче, водки еще 0,7 где-то, вот. Это все в одного, потому что тур я в одного в основном. Да, Милена, у меня все хорошо, посмотри. Трезвый Андрей. Свет. Вообще, я только встал. Я обычно встаю в 2:30-3. О, Лиза, Лиза, краса. Да, нужно культурно сейчас осваиваться. Но если заметили, я уже не выкладывал истории, да, где-то месяца 2. Роузи, ну я не слушал, надо послушать. Но я прикольно к нему отношусь. То есть мы там встречались в Казани, и там в том году он смотрел фильм «Оно». Я такой думал, типа еще не ремейк, а старый, там, 80-го года. Я такой, оу, дэм, что происходит вообще? Я типа нифига не понял. А сам подсел на это кино, и оно шло 3,5 часа, я его досмотрел. Да Ярославль рано, что там собирать, 30 человек. Едь в Москву на концерт, там же недолго, 200 километров, по-моему. Ну да, альбом, да, к лету перед туром, ну как обычно, что-то типа того. У меня татухи на ушах, они ничего не прокнут. У меня были они проколоты лет в 15. Я ничем не занимаюсь, просыпаюсь, строю тур, пишу музыку, смотрю кино. Гуляю иногда, хожу в церковь.